На период демонтажа моста через реку Коя жители поселка Красное могут добраться до окружной столицы на воздушной подушке. Впрочем, те, кто живет в поселке, а работает в окружной столице или обследуется у врачей, считают стоимость проезда чрезмерно высокой. Из чего складывается цена на билет, разбиралась наша съемочная группа. С прошлого года перевозками жителей Красного на период паводка занимается муниципальное предприятие «Северная транспортная компания». Поездка длиной в 1 час обойдется пассажиру в 1010 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена скидка в 50%. Такие расценки красновчане считают более чем высокими. Устраивала примерно цена из разговоров это до 400 рублей. Вот если бы отсюда до Красного до 400 рублей, мы бы с удовольствием до каждый день. Ну, в принципе, нужно понимать, что это государственная компания, районная, у нее тоже есть свои тарифы, они рассчитываются. И если сравнивать с другими населенными пунктами, куда эта подушка уже ходит и зимой, и летом, в принципе, у них цена даже выходит дороже. Билеты на судно на воздушной подушке до Красного, как и в другие села округа, субсидируются из окружного бюджета. Пассажиры платят всего 20% от их реальной стоимости. При этом нужно учитывать, что обслуживание транспорта обходится недешево. Северная транспортная компания составляет расписание. Это расписание согласовывают с департаментом строительства и транспорта. Далее нам приносят уже это согласованное расписание и рассчитанный размер необходимой валовой выручки под это расписание. Ну, то есть затраты, которые необходимо понести предприятию, чтобы осуществлять данный вид услуг, да, вот эти речные перевозки. После чего управление проводит проверку и рассчитывает объем затрат по оказанию этих услуг. При этом неудобства для красновчан возникают только раз в году и на 1 месяц. В то время как жители других муниципалитетов вынуждены так добираться до окружной столицы круглый год. Например, в Нельминос билет обойдется в 1100 рублей. И чем дальше населенный пункт, тем дороже билет. Мы даем расстояние между населенными пунктами, соответственно, из этого они делают свой расчет. Делаем запрос в управление городского регулирования цен, и они нам его рассчитывают. На основании этого мы делаем свой приказ внутренний, который не противоречит их положению, и, соответственно, взимаем плату с пассажиров. Впрочем, у жителей Красного есть альтернатива. Правда, не такая безопасная, как переезд на судне на воздушной подушке. Цена за переправу через Кую на лодке и далее до поселка составит 500 рублей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».